Жители села Равнополя боятся переходить дорогу по новой трассе. Проезжают вот такие вот большие грузы с большой скоростью. На всей протяженности дорожного полотна только два пешеходных перехода. Очень страшно ходить, потому что дорога очень узкая, тротуаров нету. И дети бедные не могут выйти, не перейти дорогу, не пройти по дороге. Очень опасно. Жители села Равнополя возмущены. Год назад в их селе построили новую дорогу протяженностью около 10 километров. Но знаки, ограничивающие скорость, и лежачие полицейские не установили. Теперь переходить трассу страшно. Водители грузовых и легковых машин ежедневно давят животных. Люди переживают за своих детей. Фатима Ибрагимова в селе Равнополе проживает с 90-го года. Ее дом находится вдоль центральной трассы. Женщина рассказывает, из-за сильного шума грузовиков заснуть ночью невозможно. А сейчас вот этот начнется курортный сезон в море. Это, будут приезжать все на своих машинах. Это здесь вообще будет бардак. Будет, да. Не ограничений, ничего. За детей страшно. За детей страшно. Юлия Леонова жалуется на отсутствие тротуаров. Ежедневно она с ребенком на коляске преодолевает километровые расстояния до магазина, рискует жизнью. Очень страшно. Просто ездят, я же говорю, грузовые машины, они возят стройматериалы сейчас. Все, Катюшка, сейчас. И, как сказать, они ездят на такой скорости, они же не едут 40 километров в час или 60, сколько положено в населенных пунктах. Они несутся где-то, наверное, 90-100 километров. В администрации Кольчугинского сельского поселения ждут решения от службы автомобильных дорог республики. Эта проблема нас очень беспокоит, и мы согласны с жителями. Министерство транспорта приезжали по тем нашим проблемам, что были установлены пешеходные переходы, было, значит, знаки ограничения поставить, и вообще закрыть для большегрузных таких, потому что это, я считаю, дорога не предназначена для таких тяжелогрузных машин, которые двигаются в этом направлении. В службе автомобильных дорог республики пообещали установить знаки, ограничивающие скорость, на этой неделе. Единственное, мы дополнительные знаки поставим, чтобы со всех прилегающих территорий, грубо говоря, все участники дорожного движения были проинформированы об ограничении скорости движения. Тротуары, дело в том, что на данном участке автомобильной дороги изначально не были предусмотрены тротуары, соответственно, в ремонте их и, соответственно, и, ну, не было, они не были восстановлены. Ну, необходимость тротуаров муниципалитет должен, с необходимостью тротуаров муниципалитет должен определиться самостоятельно. В скором времени жители смогут спокойно и без боязни переходить дорогу. Все жалобы будут проработаны на этой неделе. Мухаммед Зикирев, Азан Ибраимов, Рафаэль Вахидов, телеканал «Миллион».